Внимание! Эта игра содержит сцены насилия. Приветствую, друзья, с вами Валерий Хаус. Продолжаем проходить классический Resident Evil, кампанию за Криса. На сложном. Так, возвращаемся в особняк. Так. Кольт возьмем. Так. Пистолет скинем, пока он не нужен будет. Ключ-шлем. Ну что, одну аптечку взять с собой. Кольт на всякий случай. Там дробовика хватит. Я. Так, тех собак я не буду трогать. Пробегу мимо них. Что? Нафиг. Связываться. Патронов мало. Просто валим. Обломись. Змеюки тоже не получите ни куска от меня. Да ладно, я же поубивал здесь собак. Откуда они здесь взялись? Идем в старый добрый особняк. Ну вот и новые создания появились. Ах ты козёл, сразу же меня, блин, цапнул. Ну-ка, еще разок. Это не хантеры, сраные твари. Так, использовали ключ-шлем сразу. И как помню, здесь всего их две двери с этим шлемом. Эта кнопка, вы хотите нажать ее? Да. Почему бы и нет? Так. Патроны к магнуму, отлично. Отлично вообще. Я вижу лишь луну и густой лес. Ничего странного.
Здесь больше нет места. Сволочь, надо будет возвращаться сюда. Ладно, пойдем скинем. Соседнюю дверь. Ты не ожидал тебя тут встретить? Лежать, козел. Лежать, сказал. Обоим. Причем. Че, оба сдохли? Вообще ништяково. Так, записка. Я оставил для тебя боеприпасы. Это НЗ на крайний случай, Вескер. Ой, аж чихнул. Так, Вескер мне там подарочков каких-то наставлял. Так, больше нет места. Ладно, скинем сейчас патроны для пистолета. Так, нет. Обойма. Надо скомбинировать. Еще у нас патроны. Больно. Так, отлично. С ракет патронов есть. Так, патроны для дробовика. Тоже отложим. Ставим, наверное, кольт. Так, что у нас еще? Аптечку возьмем с собой. Пригодится. Пойдем возьмем диск. По памяти он не помнит, где находится. Так, диск. Тоже его скинем сразу. Пока он нам не нужен. Ключ-шлем. Чуть не забыл про него, блин. Ой, нет. Тебя пробежим. Патронов на тебя нету. О, пауки. Отвали. Козел.
неужели отрыванул? Нет, все нормально. Все в порядке. Так. Наверх вроде бы. Зомбаря нашего нету. Вместо него здесь два хантера ходят уже. Вау. Чуваки, извиняйте. На вас тоже патроны не хочу тратить. Так, ключ-шлем. А нет, чё, ключ пригодится. Патроны до боевику лежат. Так, как бы это все замутить? К магнуму возьмем. Здорово, ладно. Так уж и быть, ладно. Приказ. Секретно. 22 июля 1998 год. 2 часа 13 минут. Главе отдела безопасности. Икс день. Приближается. Выполните следующие приказы в течение недели. Первое. Заманить в лабораторию группу Старс и наблюдать за их борьбой с Боу для сбора данных о боевых качествах Боу. Второе. Отобрать два эмбриона Боу с наилучшими качествами, не считая тирана. Уничтожьте лабораторию Арклей, включая всех ученых и животных, способом, который будет выглядеть как несчастный случай. Umbrella. Название компании Umbrella можно перевести как крыша. Какая нахрен крыша? Umbrella это вообще зонтик переводится. Что они там парят мне? Это кнопка. Так, что-то блестит. Ну что ты не берешься? Что, не дотянуться было, что ли? Руки короткие. Хотите вырезать и взять этот глаз? Да, вырежи глаз. Так, там два хантера ходят. Возьму лучше кольт. В принципе, можно было их не мочить, просто пробежать лестницу. О, блин, затупил. Ну, ладно.
Еще один шлепает, походу. Так, сбросим ключ. Но он не нужен, наверное, пока. Потом надо бы оставить. Пригодятся. Или ну его. Возьму птичку. Побольше бы патронов для этого кольта. Просто сшибает всех. Валим, валим. О, ни хрена такой резкий. Из-за угла такой выскочил. Поджидал меня. Ладно, что делать-то? Да ладно, три обоймы для кольта. Живем, ребята. Твари надо побежать. Промазал. Косой. Во-во-во. Паучары тут. Хоть здесь никого нет. Что радует. Так, да, сюда пойдем. Нет времени на вас. Оп, парень. Нет. Ты козел. Цапнул все-таки. Хрен с тобой. Цапнул, цапнул. Так. Культ. Патроны. Так.
Шлем. Патроны для магнума. Так, зажигалку. Где сохранки-то, блин? Где моя лента? Ну все, такая вот у нас небольшая короткая серия получилась. Я благодарю всех за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. До новых встреч, увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.